Вильям всегда был слишком доверчив. И вот к чему это привело. Союз с Эдвином был ошибкой, и теперь я должен ее исправить. Олаф Грозный Клык, дни твоих злодеяний в этом мире сочтены. Отпусти сэра Вильяма и сложи оружие, и твоя смерть будет быстрой и легкой. Хе-хе-хе. Я смотрю, на войне у тебя появилось чувство юмора, Мэтью Стил. Если хочешь спасти своего господина, приди и забери его. Я надеялся, что ты скажешь именно так. Да, мой лорд. Сомкнуты ряды. Копья! Готов! Какие будут приказы? Где враги? Готовы, сэр! За нашего повелителя! Господин! Наши войска атакуют враг! Солдаты, смирно! Новые приказания! Бой! Приказания? Я один повоюю. Натянуть тетиву. Вам что-то нужно? Мы выходим. Каков план? Отправляемся. Делаю, что могу. Что нам делать? Это за монастырь. О, что мне делать? Что мне делать? Я чего не понимаю? Ничего не понимаю! Мы идем! Все будет в порядке, ребят! Мы идем! Что происходит? Помните, чему вас учили? Что происходит? Наши инструменты готовы. Мы пошли. Мы в вашем распоряжении. Мы идем. Отряд инженеров уже в пути. Есть, сэр. За тебя, господин. Мы в пути. Меняем дислокацию. Дайте нам задание. Ваша милость. Мы готовы к работе. Происходит. Да, мой лорд. Да, мой лорд. Копья! Готов! Чем мы можем помочь? Инженеры к вашим услугам. Вам что-то нужно? Каков план?
Наши инструменты готовы. Мы в вашем распоряжении. Дайте нам задание. Ваша милость. Мы готовы к работе. Действуем по плану. Инженеры к вашим услугам. Вам что-то нужно? Каков план? Наши инструменты готовы. Мы в вашем распоряжении. Дайте нам задание. Отведите доброго сэра Вильяма на виселицу. Не расходиться! Где нужно пролить кровь язычников? С Божьей милостью. Лучники идут! Ваша милость, мы готовы к работе. Мы идем. Твои верные лучники. Какие будут приказы? Наши войска атакуют враг. Солдаты, вперед! Мы лучшие из лучших. Наша вера тверда. Искореним зло на этой земле. Мы веруем. Идем на место. Да, мой лорд? Чем мы можем помочь? Инженеры к вашим услугам. Наши луки будут петь! Плоть слаба, но дух крепок. Мы готовы! Мы готовы! Где враги?
Вам что-то нужно? Один, не покидай меня! Каков план? Наши инструменты готовы. Выступаем. Мы в вашем распоряжении. Лучники, на изготовку! Дайте нам задание. Мы выходим. Отправляемся. Сэр, наши войска атакуют враг. Лучники, вперед! Ваша милость, мы готовы к работе. Готовы, сэр! Готовы, копья! Смотрите в оба, ребята! Да, мой лорд. Мы пошли. Чем мы можем помочь? Наши луки готовы. Только покажите нам цель. Выходим. Ой, давно пора. По местам, ребята. Инженеры к вашим услугам. Куда целиться, сэр? Вам что-то нужно? Мы идем. Каков план? Отряд инженеров уже в пути. Тянуть тетиву! Наши инструменты готовы. Мы в вашем распоряжении. Дайте нам задание. Есть, сэр. Ваша милость, действуем по плану. За тебя, господин. Вперед на стены! Мы здесь, чтобы противостоять козням дьявола. Мои верные лучники! Мы идем!
Вперед на стены! Мы идем. Идем на место. Мы готовы к работе. Да, мой лорд. Я повинуюсь, господин. Наши лути будут петь. Чем мы можем помочь? Выступаем. Мы выходим. Отправляемся. Инженеры к вашим услугам. Мы готовы. Мы в пути. Меняем дислокацию. Стой там, Стил. У меня тут для тебя кое-кто есть. Мы не умрем сегодня, люди побережья. Вильям! Вильям, я в порядке. Олаф. Мэтью, держи Олафа! Побереги голос, Вильям. Хвала Господу! Олаф оставил самые ценные вещи из тех, что украл у нас. Великолепно, сэр рыцарь. Похоже, битва выиграна, но война еще не кончена. Нам сообщили, что сюда движется сэр Эдвин во главе большой армии. Барклай и его союзники раздирают страну на части. И как это ни прискорбно, придется начинать все сначала. По крайней мере, сейчас наша цель ясна — защищаться. Сэр Вильям останется под моим присмотром в руинах монастыря. Сэр Грей должен помочь отстроить его заново. Мы пошли. Мы идем. Лучники, на изготовку. Мы готовы. Плоть слаба, но дух крепок. Мы здесь, чтобы противостоять козням дьявола. Прибыло послание от короля, господин. История твоих подвигов восхищает меня. Я лишаю сэра Вильяма титула рыцаря короля и передаю эту мантию тебе. Вильям сойдет с ума от горя, если узнает. Это должно навеки остаться тайной.